вами снова я, Ричард. Ты уже подписался на мой канал? Если нет, то обязательно подпишись. Я жду. Подписался? Сейчас проверю. Отлично! Тогда поехали! Всем привет, ребята! А я опять отправился в путешествие! И как вы думаете, куда? Никогда не догадаетесь! Я еду опять на море! Да-да, вы не ошиблись! Я еду на море зимой! Круто, правда? Я увижу море, буду в нем купаться и плескаться! Классно! Я уже жду, не дождусь, когда мы доедем! Ну а куда мы приедем, это пока что будет моим маленьким секретиком. А вы смотрите дальше до конца все мое видео про то, куда я приехал и как я наслаждался морем. Правда, вот ехать далеко, мы уже едем, едем, едем и опять никак не доедем. Сколько можно, я уже устал. Ах, хоть почешите меня хоть немножечко, мне так легче становится. И за ушками почешите. Ух ты, прикольно! Я настоящий Бэтмен! Полетели быстрее на море! Вперед! Кстати, хочу для вас сделать небольшой конкурс. В этом видео в начале, в середине или в конце будет один мой вопрос, задание, на которое нужно правильно будет ответить. И кто правильно ответит на мой вопрос, тот получит от меня огромный пламенный привет и мое любимое гав. Так что внимательно смотрите мое видео до конца и не пропустите вопрос. А я от вас жду правильный ответ. Опа! И вот мы уже приехали! Только море я чего-то не вижу. Где же море? Может там? Ну-ка скорее к морю! Давайте найдем это море! Что-то его совсем тут нет. Тут какой-то только парк Победы, какие-то дорожки асфальтированные, а море и близко даже не видно и не слышно. Не знаю, что-то меня, наверное, обманули мои хозяева. Не вижу я здесь никакого моря. Где же оно? Ну ладно, пойдем посмотрим, погуляем по этому парку Победы. Может быть, где-то до моря я когда-то и дойду. И увижу его там вдалеке. Надеюсь, что меня не обманули. А, это что ли море? Вы чего? Это совсем не море. Это какой-то пруд или бассейн. Или вообще непонятно, что это. Какое же это море? Это все обман. Побежали искать море. Скорее, наверное, ну там где-то за этим бассейном. Скорее за мной все. Бежим. Нет, море я там не нашел. Нету там вашего моря. Вы меня обманули. Это наглая ложь. Я с вами больше не дружу. И не вожусь больше с вами. Вы обманщики. Никакого моря здесь нет. Что это такое? Тут сплошные какие-то железки, заборчики. Даже пройти не знаю как. Как туда пройти? Нету прохода. А, вот она лесенка. Можно сюда пройти и посмотреть. Ну-ка, сейчас залезу повыше, посмотрю. Может, там где-то сверху будет видно море. Так, так, так. Нет, опять один этот бассейн виден, и все. Ах, может, в нем искупаться попробовать. Прыгну туда и искупаться. Типа, как будто я в море. А, да ладно, не буду я прыгать в этот фонтан. Пойду-ка я просто лучше погуляю по этим аллейкам. Они очень красивые и необычные. У нас таких в городе нет. Посмотрите, какая красивая аллейка. Там вокруг везде звездочки какие-то с какими-то надписями. И много-много везде голубей, которых можно погонять. Чем сейчас я и займусь. Ага, попались, от меня не улетите. Я вас всех сейчас догоню и поймаю. Ага, стойте, голубятки. Сейчас я вас всех разгоню. Да как же вас поймать, вы такие прыткие и быстрые. Улетайте.
давайте сразу! Догоню! Сейчас поймаю вас всех! Куда вы улетели от меня? Я же вас еще не поймал! Ах вы хитрюги! Спрятались повыше от меня! Ну и ладно! Я найду себе другое развлечение! Ага, вон он еще один! Его тоже можно поймать! Ах, хитрюга улетел! Не успел я его догнать! Пойдемте дальше гулять по этому красивому парку. Ой, привет! А ты кто такой? Как тебя зовут? А, ты девочка! Такая пятнистая, прикольная! Давай поиграем? Ну давай, повеселимся! Давай, побежали играть! А сейчас вода такая холодная у меня!
здесь красиво! Какой закат красивый! Я дошел сюда наконец-то хотя бы к вечеру, пока наигрался со всеми друзьями. Но все равно, посмотрите, это ж настоящий пляж! Тут камушки и пахнет все этим морем! Круто! И водичка такая прозрачная-прозрачная и чистая! И какой закат красивущий! Смотрите! Ах, глаз не оторвать! Такая красота! Я сегодня нагулялся, наигрался, набегался, очень долго ехал сюда и очень-очень устал. Так спать захотелось, я прям завалился на кроватке и заснул. Все, не мешайте мне спать, я очень устал. А завтра меня ждут новые приключения. Так что, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И пишите комментарии, понравилось ли вам со мной на море вместе с зимой. Все, всем спокойной ночи. Пока-пока, до завтра. И не пропускайте следующий ролик, будет много интересного.